Обалдеть. Я снимаю. Вот видишь, что это получилось. Смотри, сейчас тебе покажу. Чтоб ты неправильно делаешь. Вот это тебе даже все. Смотри. И вот берешь. Ну ладно, ладно. Нажимаешь чуть-чуть, да? Что за платье? Понятно. Да, давай поздравляй всех с 8 марта. Куда? Да, я снимаю. Да ладно, серьезно? Да ладно. Ну все, поздравляю с этим прекрасным праздником. Это великий праздник. И очень жаль, что он один раз в году все бывает. Но с нашей стороны мы должны всех любимых и даже нелюбимых девушек, дам, женщин дарить праздник каждый день, чтобы для них было ощущение 8 марта каждый день. А мужики просыпаются только 8 марта, именно в этот день. Идут за цветами и дарят все. Поэтому любви, счастья, новых песен. Да, и вот, как сказала коллега, не всегда. Надо делать так, чтобы все было всегда. Любви, счастья. Пью за вас.